Что, и все так быстро выздоровели? Ну, он же уезжал на свои выходные. А, уезжал? Да. Я что-то слышал, вроде тоже болел, что-то, нет? Ну, это он первый. А, так. Ну, выходной, да, конечно. Как дела, Надюш? Еще болеет? Ну, не видел. Любви, согласия, единомыслия. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. А в детях нас гораздо больше, как в том. А в попугаях тебя гораздо длиннее. Хорошо, что дети, когда здесь, радостно видеть, что нас все-таки немало. Слава Богу, аллилуйя. Как бы вот всем вместе нам оказаться в местах славных, в местах... Столь отдаленных пока от нас, да. Но достижимых благодаря жертве Христовой. Ну и нашим усилиям тоже. Ибо Царствие Небесное усилием берется. Толкование. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 34 стихи. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его,
и убьют его, и в третий день воскреснет. Толкование. Для чего Иисус предсказывает ученикам, что с ним случится? Для укрепления духа их, чтобы они, предварительно услышав об этом, мужественно перенесли, когда это сбудется, и не были поражены внезапностью. А вместе с тем они должны были знать, что он страждет по воле своей. Ибо кто предвидел страдания, тот мог избежать их, а если не бежал явно. А если не бежал, явно, что волею предает себя на страдания. Но так как открыть о своем страдании следовало только ближайшим ученикам, то он и предваряет всех на пути, желая отделить учеников от народа. Еще же упреждением всех и поспешностью своей на пути Господь показывает и то, что он поспешает к страданию и не убегает от смерти ради нашего спасения. Все, что высказывает он в всем случае, хотя и прискорбно, но за все сие утешает тем, что в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, 10 глава, 35-38 стихи. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем просим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Толкование. Другой евангелист, Матфей, 20 глава, 20 стих, сказывает, что мать их, Иакова и Иоанна, приступили к Иисусу. Но, вероятно, было то и другое. Два сии апостола, стыдясь других, послали наперед мать свою, а потом и сами подошли особо, как это обозначает евангелист. Восхождение Христа в Иерусалим, о котором он беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять чувственное царство. И уже по воцарении претерпит те страдания, о которых предрекал. Думая таким образом, они просят восседания по правую и по левую сторону Христа. Потому и Господь укоряет их, как неразумеющих, чего просят. Сесть одесную меня есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Притом вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашую и крещением называет он крест. Чашую, потому что крест, как чаша вина, скоро должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладкое для себя питье. А крещением, потому что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не уразумев слов Господних, дают со своей стороны обещание, думая, что он говорит о чаше чувственной и о том крещении, какое было у иудеев, которые предвкушением пищи омывались. Евангелие от Марка, 10 глава, 39-40 стихи. Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Толкование. Здесь представляются два недоумения. Первое. Уготовано ли кому это сидение? Второе. Неужели всеобщий владыка не может дать всего сидения? Отвечаем. Никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то, разумей, не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. «Мне, праведному судьи, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден,
но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете мучениками за меня. Но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь преимущество перед вами. Евангелие от Марка, 10 глава, 41-45 стихи. «И услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. Кто хочет быть большим между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Толкование. Ученики, еще рассуждая по-человечески, впадали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидели, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Пока сам Господь оказывал предпочтение Якову и Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели. Но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так еще несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив и для того приблизив их к себе, что и означается словом «подозвав». Потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества. Ибо языческие властители насильственно покоряют других своей власти. А мои, говорит, ученики, не так. Но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что и это признак великой души — от всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. В самом деле, не только послужить, но и умереть за того, кому служишь, что может быть выше и чуднее сего. Но такое служение и смирение Господа было высотою и славою как для Него самого, так и для всех. Ибо прежде во человечении Он был ведом одним ангелом, а соделавшись человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но принял и другую, и над всею вселенную царствует. Аминь. Аллилуйя, слава Христу. Слушай, и возникла мысль. Господь нам дал талант, много талантов каждому. И один из талантов – это уши наши. У всех присутствующих есть уши. А для чего уши? Чтобы слушать. Слушали все? Слушали все. А слышали все или нет? Все. Да? А какой критерий того, что мы услышали? А критерий тот, как Дева Мария, когда услышала от ангела весть, она что? Слагала все внутрь себя, в сердце свое. И когда мы в сердце слагаем то, что услышали, а тогда начинаем действовать. И когда вот проявляется наше услышанное в действиях, тогда мы услышали. А так мы просто слушали, потому что уши наши работают, потому что так устроено, потому что Бог так сделал, что кальвы, звуковые волны, они воспринимаются рецепторами. А вот доходят они до сердца или нет? Даже до центра восприятия там зрительной доли, да, центр слуховой воспринимается. А дальше-то идет оно в сердце, складывается или нет? И очень часто мы не слышим. Четыре года не слышим, сердца. Не слышим, потому что
Потому что нет проявления нашего в действиях того, что услышали мы. Дай Бог, чтобы мы имели уши для того, чтобы слышать и слышать этими ушами. А болящих Татьяна Кузьминична нет, сама захворала? Да, захворала. Да. Помоги ей, Господи. Степан тоже, да? Владимир уже со второй раз тоже, по второму, вторая волна у него, да, с температурой, кашель там. Очень тяжело течет, так что помолитесь о Владимире, о Татьяне Кузьминичне и о всех наших болящих. Людмила Степановна болеет, Михаил Коряковцев тоже болеет. Вот. Политыкина самой нету, Лена, не знаю, что. Полина лежала в больнице, по второму разу температура началась, и ее оставили еще. Ну, не знаю, выписали, нет, вряд ли. Она в седьмой детской так и лежит уже две недели. Очень будьте осторожны, гололед такой просто вот... Ужас. Очень осторожно будьте. Хорошо, за машину. Походка должна быть как у пингвинов. Как пингвины ходят? Вот так, да. Так что маленькими шажочками аккуратно идите, выбирайте место, где меньше... Где меньше... Для пожилых, да. Для пожилых, прежде всего. Братья, подвезите сестерок, как будто сходиться. Да, да, вот брат правильно сделал замечание, что... Не убегайте. Пожилых нужно подвезти, чтобы... Нам избежать этих неприятностей. Можно и молодых, пускай лишние руки, ноги ни у кого нет. Интересная. Главное, голова хрупкая. Игнат Тихонович любит проверять нас на IQ. Что такое IQ? Ну, интеллект. IQ на интеллект, да, интеллект. Прыгает, задает вопросы такие. Вот что полезное можно извлечь от березы? Игнат Тихонович спрашивал как-то недавно. А вот вчера я, нет, вчера, в интернете попалась мне статья о чем? О конопле. Кто знает, что полезное может взять, что может человек от конопли? Да, масло конопляное. Мама все время рассказывала, когда в голодные годы ели конопляное масло, это было, говорит, это что-то, говорит, это было вот сверх. Что, да. Оливка, то есть это, оливка никакое сравнение с конопляным маслом. Я попробовал. Во всяком случае, восхищение у меня это не вызвало. Тем не менее, кроме конопляного масла, еще что из конопли? Да. Канат, парусина, да? Джинсы, первые джинсы были из конопли. Еще что? Лекарство. Какое? Обезболивающее. Наркотик-то далеко не из каждого рода конопли. Только из индийской конопли, там, где много этого лекарства. Опиатов этих, да. Еще что? Кстати, о конопле. В свое время в России, даже в советское время, в первые советские годы, были так называемые коноплеводы. Специально разводили высокоурожайные сорта, чтобы Россия вывозила, экспортировала до революции, вывозила очень много продукции из конопли как раз. И вот до 61 года конопля была в почете. А потом Никита Сергеевич, прельщенный кукурузой, привез эту никитичную, теперь мы тебе эту кукурузу везде засеяли. Я помню, что по кукурузе, по этой высокой, больше 2 метров, мы собирали нам в потемках, чтобы никто не увидел, объездчики, чтобы не увидели, собирали эту повелику, березку. То есть это травка-то вот эта, которая теперь сорняков. А почему? Потому что нельзя было достать нигде, скосить сено, потому что все пахали, все телеграфные столбы пахали, распахали всю целину. И негде было взять корма для скота. Поэтому мы вот на мотоцикле собирали в мешки, вот, чтобы объездчики нас не захватили. Да. Вот. А коноплю-то убрали. Почему? Да потому что магнаты нефтяные в Америке решили, что там тоже конопли было достаточно. Но решили, там у них произошла вот эта война между теми, кто занимался нефтепродуктом, и те, которые выращивали коноплю. И потом эти вот преодолели и решили, что объявили, а раз там обнаружили
значит, эти наркотики, наркотические средства, да, вся конопля под корень должна была вырублена. И вот с 61 года в России объявили также, что конопля это только вредное растение, и истреблять стали. Но, слава Богу, теперь стали возрождать тоже у нас и в России посевы конопли. Вот о конопле. Интересная такая информация у меня была. Я поделился ей с вами. Шалаши? Вот, еще шалаши можно делать из конопли. Это в лагере делали, да? Нет, у бабушки с дедушкой. У бабушки с дедушкой делали из конопли шалаши, вот как. Можно еще? Да. Я хотел напомнить об истории. У нас сейчас столетие идет, как советская власть начала существовать. И вот выпустили несколько хороших документальных фильмов, которые сейчас многие могут посмотреть, ну, в Ютубе или там, где там загуглите. Значит, один, значит, нашей местной алтайской документальной документальной студии, да. Документальный фильм Юрия Богданова называется «Противостояние». Рассказывают местные краеведы разных наших районов о том, как было становление этой советской власти, какие ужасы люди претерпели. И однако, в конечном итоге все равно большевики победили. Непонятно. И вот почему непонятно, тут, значит, этот фильм рассказывает просто, как все было, как вот, то, что Игнат Тихонович нам часто рассказывал, это помните на занятиях, когда мы ходили в университет, очень часто у нас были такие разговоры, потом как-то все утихло, и сейчас редко-редко это все возникает, воспоминания. Я помню первый раз в 96-м году, и фильм, главное, еще снят, видеофильм снимал Муравлев Игорь. И осталось это все, Игнат Тихонович рассказывал о том, как в их деревни Потеряевки забирали молодых ребят на расстрел. Ну, кулаками определили. И говорит, идут, говорит, такие здоровые, говорит, косая сажень. Идут и говорят, эх, травушка-муравушка, последний раз по тебе мы идем. И троих, говорит, застрелили вместе с отцом. Ну, так вот запоминается это все. Ну, почему запоминается? Ну, охота справедливости очень сильно. Охота, чтобы эти люди, я не знаю даже, они стали бы верующими или были верующими они, как бы. Но охота, чтобы вот та Россия, которую большевики, ну, поставили на колени и казнили, чтобы она все-таки была бы. Интересно было посмотреть именно на тех архиереев, которых бы не закопали живыми и не распяли их в алтарях, не отрубали им там головы. Интересно было посмотреть и на тех крестьян, которые остались бы верными до конца и при жизни бы, а не тогда, когда их поставили к стенке около своих изб за то, что они имели иконы. Или сказали, что Христос наш Бог. Что бы дальше было? Сколько бы было верующих еще от них? Это понятно. Ну, Господь так определил, что справедливость у нас будет там. Видать, эти люди, которые были верующие тогда, нужно было, чтобы их память... Ну, мы сохраняли. Может быть, это нам такой крест. Ясно, что это не сохранят ни американцы, ни англичане. Они понятия не имеют об этом. Сохраним только мы. Ну, те, которые в России здесь живем. Ну, назовем себя, в общем, понятие русские. Хотя не все из нас русские. Я и сам не знаю, кто из Белоруссии, из западной. Россияне. Меня даже прочат и в евреи. Ну, в общем, короче говоря, не знаю, многие, как Высоцкий пел, а у меня, говорит, в родне, если есть кто в родне, то и тот татарин. Так что память должна это сохраняться. А следующий фильм уже снят в Москве. Есть такой историк, публицист известный, Феликс Разумовский, фамилия его. Он часто ведет программы по каналу «Культура». Очень интересные, интеллектуальные, и с его выводами. И выводы его всегда, допустим, совпадают с выводами вот именно моими. Такими. К справедливости. Он тоже очень болеет, историк этот, за справедливость. И он не такой, как просто историк, такой равнодушный. Что вот это прошло. Нет, у него именно вот эта боль о той России утраченной.
о тех чувствах, которые были, о всем том внутренней культуре людей. Пускай это были разные люди, там, интеллигенция, там, высшие сословия или крестьяне, не имеет значения. Она была, общая культура. И вот это об утраченном называется у него цикл документальных передач о начале революции, о последующих всех вот этих событиях, там, и до вплоть там, до окончания вот этих, когда там Ленин умер, там, Дзержинский и так далее, до 30-х годов. Называется «Кто мы?» «Кто мы?» и «Вопрос». Все. Ну, то есть наберете, если в интернете «Кто мы?» Феликс Разумовский. Ну, не запомните, «Кто мы?» документальный фильм, и он всплывет, потому что сейчас он, ну, везде идет в интернете, пользуется успехом. И посмотрите его. Также он сейчас, вот, недавно вышел и также этого Феликса Разумовского документальный цикл о первом, будем говорить, восстании, о первом движении белогвардейском называется оно. Добровольческое движение называлось оно. Потом его назвали белым движением. В отличие от того, как красные провозгласили своим цветом кровь, пролитую там буржуями от времен там еще Адама. Ну а белые назвали себя по чистоте небес, что с ними Бог. Поэтому вот они белые. Ну и вот там определяется вот это все становление человеческого русского духа, как оно переросло из православия, вот в то, что большевики превратили непонятно что. Почему он там пытается определить это? Почему мы стали такими? Почему мы веру в Бога поменяли на земную веру, вот в то, что будет с нами. И пытается, значит, это вам показать вот через этот ледяной поход генерала Корнилова и Деникина, который состоялся с февраля 18 года по май 18 же года, когда большевики не просто, как помните, тезисы Ленина, когда свободное движение большевизма по стране, и там написано, в таком-то году, там, в Красноярске, в мае 18 года стал красным, там, или там даже в ноябре 17 года и так далее, там, по всем городам. И везде действительно не успело пройти 3 месяца, вся страна стала красной, большевистская. То есть без боя отдали ту культуру, которая тысячелетиями была в стране, ну, естественно, с верой в Бога. Ну, потом немножко встрепенулся народ, осознал. Ну, я так понимаю, что Господу не это нужно было. Ему сейчас тоже идет не то, что надо. Но не возрождение же опять России через эти кинжалы, там разные самолеты и ракеты, подводные лодки великие. Ну, не через это. Христос, брат. Посмотрим эти фильмы. Да, помоги Господи. Спасибо, всем. Господи. И главное, чтобы молодежь определилась. Я хочу напомнить, что не знаю, кто сказал, но фраза мне очень нравится. Поколение, которое не знает своей истории, не имеет будущего. Поэтому историю свою нужно знать. Знать ее хотелось бы такой, какая она была в реальности. Это так. Еще у кого есть слово? Игнатий Тихонович, вам слово. Плохо, что ребятишек уводят. Я для них кое-что сказал бы. Они чем занимаются, дети, в это время? Они сейчас пообедают, мы репетировать будем, мы сегодня не успели. Ну, вот обед и репетиция, как к Пасхе. Передайте, да это не только репетиция. В другие дни репетиции нет, они там стоят и играют или что. И это неправильно. Вот евреи воспитывали так, как Господь указывал. Вот представьте, у нас колят если какого-то барашка, тут ребенок, чтобы не видел, что ты там, чтобы не видел. Вот это неведение растет, и поэтому сегодня вот волной идет самоубийство детей специально. Как это хорошо, самого себя убить. Сейчас органы власти занялись ФСБ этим, отлавливают этих, кто распространяет. Смотрят по телевизору, и Россия занимает первое место по самоубийству стариков и детей. Самоубийству. Так вот о чем сейчас говорили. Начинает перечислять болезни. Ну мы сидим, слушаем. Заболел. Так, ну что, заболел. А у евреев это не так было. Они сразу ставили вопрос, заболел. А от чего заболел? Кто согрешил, он или родитель? Ну, вы помните это? Да. Вот родился не такой. У нас где, когда это было? Назовите, в своей семье. Заболел, там, ну, там, пропарить надо над картошкой, дать там малину выпить, еще что-то, аспирину там ему, укольчик сделать. Евреи ничего этого не делали. Они вопрос один ставили. Кто виноват? Потому что болезни Бог не творил.
И потом, почему к нему и шли, исцелял. Он постоянно людей. Исцеление на первое место у Христа по деятельности вышло. Ну и воскрешение из мертвых. И смерти Бог не творил, грех сотворил. Завистью дьявола смерть вошла в мир, написано. А болезнь – это предвестник смерти. Вроде заболел. Вот у Льва Толстого там есть, это пишет, там «Смерть Ивана Ильича» называется. Советую прочитать. Прокурор получил такую должность большую, все, и дочь выдает замуж, и вдруг шторки вешал, и оттуда стул покачнулся, ударился о ручку двери. Сначала поболел, потом дальше он не понимал, что говорит, это не болезнь, это смерть. Лев Толстой очень хорошо это описывает. И что дальше было? Смерть Ивана Ильича. Вот давайте такую литературу детям читать. Я зато говорю, чтобы дети видели смерть, чтобы они готовились к ней, а не так, что я бессмертный. Я у сестры как-то проповедовал, говорил так. Я говорю, нужно детей, чтобы приготовить. А один из них, моей сестры, ее бабушки, а я не умру. Вот так его научили, я не умру. Я еще не ушел, он с печки упал. Упал и заплакал. Ты мог упасть так, что и не встать. Значит, причину надо. И это надо помочь разобраться. В чем? Неправильно пользовался, не по погоде оделся. Но большей частью не в этом. Бегал не туда, вот тебе ноги болят. Ходила на танцы, спрашиваю, ходила. Вот теперь ноги вот так раскрючены, у ней пальцы там куда-то выдаются не то. Ну, было это, было. Ну, маленько-то колупни там. Что под этой болезнью-то? Болезнь и напоминание, чтобы приготовились к смерти. Вот для чего они нам нужны. А старики только ропщут, денег не хватает на лечение. А сколько лет уже? 85. Да какое лечение, когда в грехе 85 лет купались? Значит, детям передайте это, чтобы научились себя исследовать. Исследуйте самих себя, верили вы. Тогда настоящая у нас будет жизнь. Они так, врачи, да врачи так же болеют, умирают. У меня сестра Валентина, там в Воронцовке была, и какая-то операция, тут как вроде аппендицит всего только, но она решила дождаться, когда вернется из командировки профессор, который ее учил, а она отличница с красным дипломом. Он приехал, сделал операцию, она не вышла из больницы, умерла. Она все обдумала, никому не доверяла, а исследований не было. А поболеть? Чем болеешь? Я никогда в списке больных не записываюсь. Один раз вижу, Татьяна записала, я увидел, категорически запретил, я не болею, вычеркни, это не болезнь. Какая-то болезнь. Я на голубям брожу 5 раз в день. На велосипеде гоняю. Болезнь – это когда начинаешь исследовать. Болен – значит, бери бумагу, карандаш, поисследуй. Какой путь вел к этому? Тем более к смерти. Детям рассказывайте, воспитывайте их на второй книге Маковейска, 7 глава. Чтобы они не боялись смерти. Посмотрите, как не боятся смерти мусульмане. Вот спрашивает учительница, скажите, у вас кто-нибудь есть такие близкие, кому бы вы хотели подражать? Ну, обычно кто там? Космонавту, Валентине Терешковой, там. А ты кому хочешь? И одна подняла девочка руку и сказала, я хочу быть похожа на мою бабушку. Многие ли дети сегодня скажут, что хочет быть похожа на бабушку? Не на чужую, а на свою. А учительница-то сразу поняла и говорит, ваша бабушка, наверное, в церковь ходит. Она говорит, да, и меня с собой берет. Ну, вот такой бабушке можно подражать. Детей надо учить, герои в семье должны расти. Они где-то там, Гастелло, Островский. Бабушки, сами себе поставьте вопрос такой. Ваши внуки вам подражают, дети подражают? Если не подражают, то почему не подражают? Возлюбили мир все, а вы не научили отвергаться от него. Начинайте работать над собой, не просто сидеть. Пришел, отстоял, а в собрании, может не быть, поднялся и пошел. А в службе ты стоял, ты пятую часть не понял. Приходят на службу. Дальше, кажется, хвост дудкой нету. Как же так? Да самое-то главное то, что ты услышишь здесь, а помолиться ты мог и дома когда-то, не каждый раз погода позволяет. А собрание ты дома не сделаешь. И Павел-то не моление продолжил, а как прошел он, там Евтих, когда упал с окна, до утра продолжил слово свое. Нужно научиться говорить о болезнях. Вы знаете, у нас есть знакомый один в Воронеже, он подписывается «Парализованный во славу Божию». Во славу Христову. Это он так подписывает все ролики. Парализованный во славу Христову.
А был такой, что через него заказывали с кем-то разделаться. Такой рост и такая сила была. Бог положил. Ты хочешь выйти из болезни? Зачем вы это говорите? Никому я не отдам. Я на вахте все время стою. А что у него внутри, говорит? Рак, мясо жрет изнутри у меня. Это живые герои на сегодня есть у нас. Ему приходят люди здоровые, чтобы утешиться. И он что, болеет? Он даже не считает, что болеет. Какие знания ему Бог дает. И написал заявление быть членом Потеряевской общины. Не придумаешь даже. И приняли его, собрание было. Теперь на руках молитвы несут. Когда она нас упрекает, вот, вы не видели, кого пригрели? Мне говорят, вы не видели, вот человек у вас Потеряевки, такое-то натворил. К слову сказать, он сидит сейчас в тюрьме. Или я спросил, надо разузнать, где здесь КПЗ какое. Узнать просто. Примерно это. Лучше всего, я думаю, брата узнать это. Как, что и куда дальше, как примерно. Ну, приехала полиция, забрала, арестовала пока на 15 дней. А вы не могли узнать? Не могли. Но при первой же молитве я сразу заметил не то и сразу сказал, что это такое, это внутри тебя. Как это не могли? А на Христа точно так же говорили. Если был пророк, он знал бы, кому пришел. Кто к нему прикасается. Если бы был. То есть обвиняли в этом же самом. Это не наша вина. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. А сам человек, этот дух тоже не знает, куда он приведет его. Здесь намного замков запер человек. Ну не знал ли Павел? Ушли все, один Лука остался. Возлюбили нынешний мир. Нынешний век. Иоанн Златоуст брал лучшего из своих приближенных. Митрополита там, Севир какой. Поехал в командировку. Вернулся, а тот заперся, его не пускает. Перехватил власть. Да ты не видел? Нет. Теперь у нас на столе лежат журналы, все. Детей своих призовите, чтобы каждый ребенок образовал у себя маленькую библиотечку. Мы по одной строчке искали. Научите любить их. А здесь хорошие пархиальные газеты, некоторые уже закрытые. Иконы лежат. Чтобы каждый ребенок, дать ему уголок 20 на 20 сантиметров, ну, 40 на 40 сантиметров. Это совсем немного. И чтобы он мог другим приходящим дать. Это его литература. А дальше будет видно. Вот я свое здесь, новорожденным, каждому трехтомник и к истинному православию. А чтобы дать это, у меня слишком 50 лет ушло подготовка. Вы тоже сделайте, готовый, раздайте, лежит. Вот она здесь. Знакомая есть. И убедите их, чтобы у вас была своя библиотечка. В скудные дни, дни голода, дни печали, ты подойдешь и скажешь, вот, все ушло, друзья со мной остались. Электричество погасло, никакого интернета нету, все. Читать не научились. А книга остается навсегда. Книга, и ангел летел, книгу летел, не интернетную версию. Серьезно подойдите к этому. Сколько у тебя ребятишек, столько библиотек организуй. А зачем? Повторяю, мы берем пример здесь. Хочу оставить пример. Я выступаю в Америке. Тема. Будущее русской иммиграции во свете Святой Библии. Такая тема была у них? Никогда. Там кого только не было. Китайцы, корейцы, переводчики стояли. Будущее, не сегодняшнее. Я по цифрам расположил, что там будет. И после сразу подошел один и говорит, а можно я вам чек выпишу? А что такое чек? Я не знаю. А что? Ну, доллары дам. А куда я с ними? Я не знаю ничего. Приехал в Америку в 92-м году и не знаю, что их там обменивать можно. Не слыхал даже. Ну, так воспитан. Что, у нас ничего нету. Если нужно что купить, мы яйца из-под курицы несли в магазин, а нам на это давали. Отоваривались, называется. Он подходит и выписывает мне на 5000 долларов. 5000 долларов умножить по сегодняшнему на 60, это 5,6, 30, то есть 300 тысяч положил в карман. И это не один. Я дорогой решил, куда же их потрачу, в Москве разменяю. Я создал 13 библиотек настоящих. Пошел в храм, сразу же закупил Златоуста, там не все, правда, было, там жития, что только можно было, в разные места. 13 библиотек. Организуй ты хотя бы из того, что с этого начни. Я вам пример хочу оставить. Это не мое. Господь, зная мое настроение, Он дал мне таких людей, навстречу шли. Самый потрясающий, говорят, момент был, когда я был в Лос-Анджелесе, и каждое утро гуляли мы с архиепископом Лос-Анджелесским, Антонием Синкевичем. Самый строгий из всех 14, которые были в зарубежной церкви.
Я ему материал, тогда выходили в газеты, к истинному православию, крещение, то другое. И приходим домой, я у Орлова был, а у Орлова просто преподавал где-то, а теперь он митрополит. Никита Феоктистович, а теперь он Антоний, от Русской Православной Зарубежной Церкви. Он непосредственно от нее выходит. Я говорю, а архиепископ зашел в банк дорогой и снял всю наличность и мне отдал. Он отдал? Да невероятно. Да у него, говорит, зимой снега не выпросишь. Отдал? И меня не спросил. А что, зазомбировал? Другого этого человека не понимает. До сердца дошло слово. И он пошел, снял и мне отдал. Правда, немного, но больше у него и не было. Это не удивительно разве? Я-то кто такой, пришлец такой? Они меня пригласили, заплатили и прочее. Самый строгий, самый взыскательный был из всех. Ты можешь когда-нибудь рассказать себе это? Апостол говорит, подражайте мне, как я Христу. В данном случае, моего там ничего не было. Бог так сделал, расположил сердце. Расположите сердце детей принять. Там корочки епархиальные туда вложите, ну, от журналов, чтобы со стола все забрали. Больше всего у нас забирала была Марья Ивановна там. Д'Артаньян я звал, ну, Барьян или как ее, правильно. Она умерла внезапно, глухонемая. Она каждый раз подойдет и на столе спросит, можно брать? Можно. Она идет, я в дверь выхожу, она идет и меня вот так только гладит и гладит. Она была очень ласковая. Она ставила пример, я не знаю, кто ей литературой пользовался. Вроде что-то приносили оттуда, говорили, что там не совсем все нужно. Вы оставьте пример, оставьте хлеб насущный на будущее время. По одной буковке будут искать люди. Будут изымать, а листик сохранится. Как Бойко. Всего лишь только смятую бумажку нашел, пошел на двор плененный, когда не жизнь кончалась. И бумажка эта оказалась живой, это отче наш. И через него он пришел к Богу. А далее началась сплошная череда страданий и прочего. Но не православие пришел. Баптистом стал. Ну, дальше Бог разберется. Значит, я про газеты говорю, церковные, другие материалы, чтобы они разошлись. У тебя внуки есть. Внукам оставь, набери сама. На это еще и где-то. Я гляжу сегодня, вот, Любовь Николаевна, она первая пошла. А, научи их любить, как сама любишь. Тебе ближе сердце женское-то, чем мне. Значит, о внуках заботится. Пример живой, вот с нами. И она только еще до службы, она ходит и что-то пишет, поднимает там газету, опять что-то пишет. Она работает все время. Пока человек с нами, оцените это. Мне оставят одного человека походить за ним. И как в общине самое большое с больными она несет. Два больных, да еще между собой немирные. Две Валентины. И она это добровольно взяла, одних там где-то похоронит, приезжает сюда. Какой талант Бог открыл. При всем при том она врач, профессиональная. Ее учил какой врач-то. И у Шойхет она была, она с красным дипломом тоже закончила. При нас этот человек живет рядом. Нам не надо каких-то искать безбожных героев, там, Павка Корчагин. Вот от чего болеют. Теперь как раз поэтому надо сказать. В Америке разные народы живут. Ну, не столько народностей, как в России. Это страна, которая на многих народах стоит. И вот там самые долгожители кто? Одинаковое все. Питание одно, все одинаковое. Самые долгожители, притом заметно, 10-15 лет. Адвентисты седьмого дня. Елена Уайт. Что питаться? Они строго смотрят. Свинину близко к дому, как евреи и мусульмане, не подпустят. Адвентисты седьмого дня, АСД называется. У них везде, абсолютно все занимаются спортом. Бабушки все куда отмолились, сумочкой переодеться, плавательные бассейны и везде. Бабка. Как японцы. 80-90 лет, они еще на пузы свои горы лазят. А у нас болеет, он год от последний гниет, лежит, никому не нужен. Я говорю, сегодня еще не поздно. Завтра может ничего этого не быть. Спрашивают, а болит что-то или разнервничался, не могу. Можно какое-то лекарство успокоительное принять? Можно. Но какое? Изменить обстановку, в которой ты живешь. Что тебя больше всего беспокоит? А не так, чтобы быть безразличным, теперь я успокоился, трын трава. Ты теперь заботься о том, что тебя больше всего раззадорило. Это сердце. Ну, вызывает суслов.
Хрущев на покой убрали. И стали ему, его везде, говорит, обложили этими послушающими аппаратами. Даже в туалете. Он говорит, ну что там-то слушать у меня могли. И узнали, что вышла книга от его имени на Западе. Его стали трепать. Что подпиши, что не писал. Я говорю, не могу. Ну тогда компромиссное решение. Я на Запад ничего не отдавал. И накричали на него. Но он такую власть имел. И сразу второй инфаркт, и он умер. Правда, перед смертью попросил еще налить стакан водки и огурец закусить. Вот вся твоя жизнь кончилась. И больше всего помогал Брежневу достичь поста. И Брежнев первый его и свалил. Почему? А он такой и есть. Такой и был. Так вот, нужно просто подумать об этом. Какое успокоительное лекарство? Святые говорят, самое главное, которое тебе мешает с себя начать, это гордость. Где-то не покорился, а спокойно, да, так. Да тебе мало расстрелять, конечно. Да, еще и за патрон заплатишь сколько. Если есть чем расстреливать, в тюрьме поработаешь, чтобы патрон заработать, тогда расстреляют. Еще что? Говорят, вот как слушать? Почему они не сказали, как Давид говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это. Я это услышал в 62-м году. Сразу задумался, как? Ну, обычно два раза сказал, кол на голове тише, и ни разу не услышал. А здесь наоборот, один раз Бог сказал, а я два раза услышал. Ну, поясни. Никита Андреевич, поясни, что такое? Ну, ушами говорят и сердцем. О! Детей научите так слушать, а не так, что родители долбят ему, он... А я услышал. У меня выходят и... Ну, Потеряевка, там и сегодня ребятишек нет. Я говорю, ты никуда не уходи, с крыса спускаемся. Я сейчас скажу, очень полезно для вас. Только выхожу, он свистнул еще, потому что отец никогда не остается. Я на следующий, рядом идем, зашел, мать вызвали. Ты почему не остановился? Забыл. То есть два шага по ступенькам, я говорю, ты не убегай, сейчас тут поговорим. Забыл. Не играйте словами, Бог отнимет память, кончишь жизнь на Луговой, в дурдоме. Боритесь с этим явлением, забыл, особенно у детей. Забыл, вернемся к началу, заново все переделать. Вот у нас, батюшка, разный подход. Рядом батюшки соседи, они куда-то поехали, теленка привязали, детям наказали. Смотрите, жара, тут вот рядом ведро, дайте ему попить, ну и траву он сам найдет. Теленка жарит солнце, детей нигде нет, а он вокруг этой штыря забитого намотался и головой к земле, и стоит, голову поднять не может. Никого нигде нету. Батюшка идет, размотал его, пошел воды принес, напоил. Я говорю, сколько ты будешь за ними ухаживать? А ты как бы сделал? Нашел их. Дальше всыпал им и родителям сказал, все, теперь тебе не надо ходить, его надо исправлять, а не потакать ему. Зачем это ему нужно? Он это мог сделать, родители его оставили, это его теленок. Ну, батюшка-то мягкий, а я жестокий. Тут что толковать-то? Рядом детей привязывали. Вот последнее время, ну уже 4 месяца, как был составлен один ролик, но они его как будто не выставляли. И сейчас этот ролик занял буквально все. Песнопение маленькое, 4 минуты 20 секунд. Называется «Дядя Вова, мы с тобой». Это про кого поют? Какой дядя Вова? Может, Пащенко дядя Вова? А может, Владимир Ульянов? Вот. И составили, вот о чем они поют. Ну, один там, Антонов, кажется, Вячеслав составил песнопение. Ну, не очень так, ну, понятно, слишком патриотичное. И последний бой, дядя Вова, мы с тобой, то есть умрем, дети поют, они учатся в кадетских там училищах. Вот посмотрите, и там разные комментарии, новые ролики как бы переигрывают по-своему, карикатурно. Дядя Вова, мы с тобой. Вот показывает один из кадров. Там профессор Преображенский, Шариков сидят. Шариков говорит, ну, слава Богу, избрали президента на том месте. Теперь он будет бороться, а то последние 18 лет все везде коррупция да воровство было. Наконец-то за дело этот человек примется. Я до дяди Вову ролик составил, тоже мы. Один позвонил, и мы... составили. Я отвечал больше часа, разбирал 4 эти минуты. Каждое слово, что означает ракеты летят, куда это маленькие дети пойдут, почему они его выставили. И среди них депутат Госдумы, приятная такая молодая женщина, я думал, просто девчонка, а у меня трое ребятишек, кувычка Надежда.
приятная рожа, все приятная улыбка, все мне приятно. Но общее содержание, людям мне там совершенно не нравится. Ну, примите это как просто маленький мультик про бабку, которая у разбитого корыта сидит. Но слово-то какие заложили. Я полностью все разбираю. Найдите. Называется «Дядя Вова, мы с тобой во свете Святой Библии». «Дядя Вова, мы с тобой». Вот что значит это слово сказать, интернет открывает. Когда в школе мы учились, то говорили, что больше всего молока дает корова там в Германии. 75 литров в день. 7 литров это у нас нормально, но 75 добыть того не может. Но теперь я узнал как, и в интернете выставили. Ты никогда не узнаешь, как они добиваются молока. Что значит грамотные люди? Только со скамейки не упади. Вы так и зарядите это. Молочная корова там в Германии. Вот у нее лакционный период, то есть время, когда она доится. Он первые два месяца, она, ей надо кормить теленка. Природа так устроила. А дальше теленок уже травой питается, все меньше и меньше. Еще доят, титьки-то сухие, уже тянут-то. И что немцы делают? Искусственно плодотворяют, телята рождаются, и телята их сразу же убивают. Чтобы быстрее снова была беременная корова и снова, чтобы шло молоко. И показывают, как телята рождаются хорошие, как их пинают, бросают там, машина там увозят и все, перерабатывают там, куда там, на удобрение, куда угодно. Коровы рожают, их тут же уничтожают, чтобы поскорее можно опять оплодотворить, чтобы лакционный период был на высшей стадии. Нам это надо? Вот это культура у них, и как это все достается. Теперь я уже на все эти рекорды смотрю по-другому. И прямо это все зафотографировано, как телята. Но нас же привыкли, чтобы на теленок это уже. А это нет. То есть никак. Вот это детям показывать не надо. Так в этом году, сейчас точно я не знаю когда, ну обычно после 14 мая, день деревни, отмечается ровно 200 лет Потеряевки. И 27 лет, как начали восстанавливать. 200 лет! Эти данные мне Краеведческий музей выдал. Кочин на 7 лет позже появилась. 800. Можно? Да. Тут у нас есть сайт такой, это православный. Ну, там все, кто болеет, то все записывают. Вот Татьяна Днуха запись прислала от 23-го. Малыш ей звонил. Получается. Кто звонил-то? Роман. Да. Сейчас я вам прочитаю. Позвонил Роман Малыш, не знает, кто его сегодня посетил. Благодарит и просит наших молитв. Мы молимся все время. Находится на Витебской 1. Там нет, Севастьян. Ну, я не знаю, что там находится. Там не должно быть. Севастьян, ну почему ты не во всех был этих учреждениях? Странно даже. Мог бы посидеть. Прежде, где было КПЗ, я там сидел. Он говорит, перевели в другое место. Не сподобился. Так. Не сподобился. Теперь, тут затонуло, немного казнили. Дыбунов брат Игорь, он говорил об этом. Вот здесь надо тоже исследовать. Я исследовал очень тщательно и много лет. Доступной литературе, зарубежной, местной, дореволюционной. Как так? Царя расстреляли. Нужно рассмотреть, а как с другими царями в истории мира поступали? Было ли такое? Было со всем семейством. Ликиний. Точно так. Зачем царя убили? Видите, какие? Свободное время. Вот оно где. И что интересно, обвинение какое было? Враг народа. И оказывается, я дошел до того, что и обвинение было справедливое. Не учили священному писанию, люди не знали. Гуляли, ходили. У нас в деревне не было церкви, а Корчина была. А многие ли ходили? Да всего несколько человек. Сапоги брали с собой на плечо и шли там рядом озерком. Многие мыли, обувались, отмолились, вышли, разулись и домой опять. У нас наоборот. Где Бог, там нужно разуваться, а у нас где Бог, там нужно обуваться. Мы даже в этом все наоборот делаем. И вот я исследовал, когда это. В первую очередь исследовал себя, почему я там был. И когда Господу сказали, Он говорит, для славы Божией, чтобы Бога прославить. Вот для, бывает иногда и болезнь, и парализованный, и погибает, и расстреливает. Для славы Божией войти в число мучеников.
Вот это один из моментов, к которому надо готовить, исследовать земные причины, духовные и для славы Божией. Вот здесь у них вышла ошибка. Они сказали, как учили родители, а кто согрешил, они родители. А что для славы Божией, этот урок не проходили. Вот этому детей своих научите. Вот я смотрю в интернете, берут интервью мальчишка, 6 лет. Он в руках ИГИЛа побывал. А кем ты хочешь быть? Как брат мой Мухаммад, он умер, он в раю теперь находится, и я хочу умереть, подорвать себя, нацеплять на себя, чтобы рвануло, и вместе со мной еще человек несколько убито было. Ребенок, вот это воспитание. Да. Евреи так и воспитывали своих детей, с ними ничего не могли сделать. Вот мы, вера, надежда, любовь, Матерь София, что с ними только не делал император, он ничего не мог сделать. Почему вы такие упорные? А одна из них отвечает, мы от одних книг учились. То есть, то и Евангелие у них было. От одних учились. И ничего не могли сделать, а старше только 12 лет было. А сегодня коцикни, и все, и крестик спрятали, и чтоб с работы не выгнали. Ну, это никуда не годится. Да как люди подумают, ты пошел за Христом, взор не отвращай. Взирайте на начальника совершителя веры. А как он посмотрит на это? На это малодушие? Или я лишь бы сохранить теплое местечко? Вот об этом вот хотел сегодня и сказать. У меня все. Игорь Тихонович, супруга ваша поехала на встречу со своей сестрой. Просила благословения. Слава Христу. Пусть во славу Божию. А где сестра-то? Ну, где-то, не знаю, они с Аллой пошли вместе. Ну, наверное, в городе Барнауле. Да. Брат Севастьян нашел адрес. Витебская 1. Ну, сходится? Сходится. Меня спрашивали. Вот называется как, брат? Центр временного содержания иностранных граждан. А, ну слава Богу. Центр временного содержания иностранных граждан. Я думаю, как на канал. Ну ладно. Иностранец, да. Еще есть у кого слово? Благодарим Бога. Распространяйте Богову истину, уложите тебя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова рокшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Берите иконы свои. С этого стола. Берите не для себя, а для других тоже. Все, разберитесь.